Голосов, значит, всего было более 200 фотографий, 211 в частности. Эти 211 фотографий собрали 8941 голос. Просмотров было у нас, получается, 16652 посетителей. Это, как они называются? Уникальные. Уникальные 2182. Вот. Здесь у нас на этой табличке общий представлен рейтинг, исходя из количества набранных голосов теми или иными фотографиями. Однако вот представители фотообщественности отсмотрели, и вот то, что вот как раз вы видите у себя на руках по номинациям, да, сформировали следующий расклад. Здесь мы видим, что согласно этому раскладу количество голосов, оно может быть далеко не в топе, но фотографы руководствовались именно главным принципом, это качеством и теми... профессионализм. Да, профессионализм и заданными критериями концепции самого конкурса. Вот. Получается, что в 6 муниципальных образованиях, то есть в столице Чебоксар, ну, Чебоксарск, города Алатырь и Канаш, Канашский и Алатырский район. Мы выбрали специально те муниципалитеты, где есть возможности не только печатных средств массовой информации, но и электронных, радио и телевидения, для того, чтобы как можно шире осветить эту акцию. Значит, здесь все-таки надо отметить, что работали не только профессиональные фотографы, но и принимались фотографии любителей, то есть достаточно широкое поле для участников. И определялись, согласно положению, вот три номинации. Лучшая детская фотография, лучшая семейная фотография и лучшая фотограф. Идея этого конкурса принадлежит Макарову, председателю, премьер-министру нашему, председателю кабинета министров Олегу Витальевичу. Вот, он предложил эту идею в этом году запустить как стартовую, то есть опробировать как саму идею, а уже со следующего года сделать ее традиционной, ежегодной, то есть подготовить специальный документ правительства, который объявлял бы акцию как в качестве ежегодной, то есть как ежегодный конкурс.